Ее не победить. Камила Валиева даже с падением забрала мировые рекорды Трусовой и Косторной. В Финляндии завершился турнир «Финляндия Трофи», а соревнования у женщин, как обычно, оставили фейерверк эмоций. Последняя разминка фигуристок-одиночниц держала в напряжении до самого конца. Камила Валиева и Елизавета Туктамышева показали запредельный уровень для других участниц, а полностью российский подиум стал вишенкой на торте. Камила Валиева была невероятна в произвольной программе и выдала космический прокат. Даже одно падение с тройного акселя никак не сказалось на общем впечатлении от проката. Фигуристка легко и играючи исполнила три четверных, сальхов и два тулупа, один из них во второй половине программы. При этом Камила не забывала презентовать программу и исполнять сложные транзишены и связки. Работа рук, корпуса, пластика и растяжка спортсменки по-настоящему завораживают. Вращение Камилы – это просто отдельный вид искусства. После исполнения прыжковых элементов Камила поймала кураж и вложила еще больше эмоций в оставшуюся часть программы, что только усилило впечатление от всего проката. Самые внимательные болельщики заметили, как произвольная программа фигуристки изменилась в сравнении с прошлым сезоном. И если неуверенное выступление на открытых прокатах в Челябинске не позволило по достоинству оценить постановку, и участились разговоры о том, что Валиевой не подходит болеро, то после Финляндии трофи многие пересмотрели свои взгляды. Камила необычайно хороша как в нежной лирике наподобие ее коротких программ этого и прошлого сезона, но при этом фигуристка смотрится ничуть не хуже в более резкой постановке с агрессивной подачей как болеро. Произвольная программа Камилы выглядит очень удачной, она завораживает, гипнотизирует, причем не только своей сложностью в плане четверных прыжков и тройного акселя. Спортсменка берет и другими своими сильными сторонами. У нее отлично поставлены руки, каждое движение выглядит отточенным и источает уверенность. Программа совсем не проседает и держит напряжение до самого финала. Потрясающая растяжка Камилы, ее легчайшие махи ногами и необычные позиции в вращениях тоже впечатляют. Кроме того, музыка Равеля сама по себе звучит как победный марш и гипнотизирует зрителей, заставляя их хлопать в такт, неотрывно следить за выступлением спортсмена. Идеальный прокат фигуристка вкупе со зрительской вовлеченностью создает на ледовой арене неповторимую магию и приводит публику в экстаз. На Олимпиаде болеро Камила – это ровно то, что нужно. Если она сумеет чисто исполнить эту программу в Пекине, трудно себе представить, что должны сделать другие участницы, чтобы превзойти ее. В Финляндии за прокат произвольной программы с тремя идеально исполненными четверными прыжками Камила набрала 174,31 балла. Это на 7,69 баллов больше теперь уже бывшего мирового рекорда Александры Трусовой. Напомним, что Саша установила тот мировой рекорд 166,62 балла на этапе Гран-при в Канаде в 2019 году. В прокате фигуристка также исполнила 3 четверных прыжка, лутц и 2 тулупа, один во второй половине, и упала с четверного сальхова. Камила обошла Александру не только в компонентах, но и техническая оценка у нее чуточку выше за счет более высоких ГУЕ. Мировой рекорд по сумме двух программ 247,59 до последнего дня принадлежал Алене Косторной. Только она получила в финале Гран-при в 2019 году. Сумма баллов Камилы Валиевой в Финляндии составила 249,24 балла. При этом важно отметить, что для Камилы эти баллы не потолок. Фигуристка упала с пониженного тройного акселя в короткой программе и упала с этого же прыжка в произвольной. Вторая оценка за компоненты тоже далеко не максимальна. Камила легко в скором будущем сможет набирать еще больше. Судя по словам Камилы, новый костюм для болеро – это еще не окончательный вариант. Будут носиться изменения. Так что обсуждать наряд пока не имеет смысла, да и вообще, когда Камила катает так, как вчера, на платье обращаешь внимание в последнюю очередь. Елизавета Туктамышева завершала соревнования у женщин, последний стартовый номер любят далеко не все, а Лиза из тех девушек, кто не всегда может справиться с эмоциями, поэтому было немного волнительно за нее. Но как же Лиза была хороша на этом турнире? В произвольной программе фигуристка показала практически свой максимум на текущий момент. Единственный косяк – это касание рукой на последнем тройном ридбрире. Все остальное Лиза исполнила чисто и не допустила больших потерь. Правда, на первом тройном акселе судьи отметили недокрут. И здесь Лиза все-таки не досчиталась пару баллов. Уже на первом международном турнире в нынешнем сезоне Елизавета демонстрирует великолепную форму. Три уверенных тройных акселя на две программы. Каскад луцтулуп в короткой программе, отсутствие срывов и падений. Сложно вспомнить, когда бы Лиза так блистала на старте сезона. Трудно поверить, что еще две недели назад в Сызрани ее прокаты оставили невнятное впечатление и вызывали вопросы о готовности. В Финляндии Туктамышева установила сразу три личных рекорда. За короткую программу 81,53, за произвольную 151,77 и по сумме баллов 233,30. И,
конечно, хотелось бы верить, что для Лизы это еще не предел. Эта фантастическая спортсменка не перестает удивлять. Ее прокаты на Финляндии Трофи произвели не меньшее впечатление, чем победа Валиевой. По поводу произвольной программы Лизы можно увидеть довольно много критических высказываний. Фигуристку ругали за однообразное «Айнане», называли происходящее на льду турецкой дискотекой у бассейна, но кажется, теперь очень много людей, кому программа нравится. Лиза ее чувствует, это ее стихия, она очень органична в этой постановке, а самое главное, музыка танцевальная, зажигательная, и Лиза умеет ее правильно подавать. Публики на трибунах выступлений Лизы всегда заходят. В Челябинске во время произвольной программы зал аплодировал и поддерживал фигуристку, несмотря на не самый удавшийся прокат. В Сызрани люди на трибунах пускались в пляс, финны тоже приняли Лизу на ура и встречали бурными овациями. Так что может быть не так уж и плоха постановка, как о ней говорят некоторые. После фееричного старта на Финляндии Трофи фигуристка планирует как следует отдохнуть. Пока Камила и Алена рассказывают, как они сразу же приступят к тренировкам по возвращению домой, Лиза честно признается, что ляжет в кровать и будет восстанавливать силы. Первым делом просто лягу в кровать и буду лежать несколько дней, ног совсем не чувствую, поэтому первым делом дома помчусь к своему массажисту. Потом, понятное дело, проанализируем прокаты, а потом начнем готовиться к Гран-при Канады. Кажется, это самый правильный подход, с возрастом сил и энергии становится меньше, нужно больше времени на полноценное восстановление организма, тем более после таких бешеных нагрузок. Главное, чтобы Лиза сумела правильно распределить силы и выводила себя на пик формы к важным стартам, не забывая отдыхать и переводить дух. Самое страшное – это загнать себя раньше времени. Алене Косторной не повезло выступать после фееричного проката Камилы Валиевой. Алена не могла не слышать итоговые баллы Камилы, так как уже вовсю разминалась на льду и готовилась к выступлению. Да и прокат своей одногруппницы фигуристка наверняка тоже видела. Показалось, оценки Валиевой Алену выбили из колеи. На старт она уже выходила немного потерянной и, как следствие, наделала дел во время проката. Спортсменка зашла на тройной аксель, но чистого выезда, как в Челябинске, не получилось. Алена вывалилась из круга и сделала степ-аут. Судьи почти единогласно поставили минус 5 ГОЭ за такой тройной аксель и поставили недокрут. Но неудавшийся элемент ультразии только полбеды. Следом Алена допустила еще один степ-аут на тройном луце, и это окончательно выбило ее из колеи. Дело в том, что по плану вторым прыжком у нее шел каскад, тройной луц с двойным тулупом. Каскада не было. А второй сольный луц у фигуристки стоит последним прыжком. В растерянности Алена прицепила двойной тулуп к двойному акселю и дальше допустила ошибку при перекраивании программы. Алена не стала менять прыжки во второй половине программы и прыгнула сольный тройной луц дважды, что по правилам запрещено. При повторе прыжка один из них обязательно должен быть в каскаде. Таким образом, на втором луце фигуристка получила репу, потеряв на нем 30% от базовой стоимости. По-хорошему, Алене следовало либо цеплять двойной тулуп к последнему луцу, либо прыгнуть сольно один из флипов, а тройной тулуп или олерный каскад исполнить уже с луцем. Косторная, конечно, начудила и потеряла прилично баллов на своем прокате. Сама фигуристка тоже осталась недовольна собой после произвольной. Недовольна я своим прокатом, ничего хорошего, не получилось не то, что не все, а практически все элементы были очень сомнительные. И если вчера я получал удовольствие от проката, то сейчас я просто ехала, пытаясь собрать элементы, особо не показывая программу и не получая, собственно, никакого удовольствия. Но я все равно благодарна зрителям за то, что они меня поддерживали, сказала Алена. Косторная действительно в прокате была сама не своя, презентация программы отсутствовала полностью. Спортсменка была сконцентрирована на прыжках, вся в себе, и зрители это тоже почувствовали. Как результат, выступление вышло блеклым, пустым и незапоминающимся. Алена проиграла произвольную программу даже бельгийке Луни Хендрикс и чудом оказалась на пьедестале. На самом деле программа у Алены не так плоха, как могло вчера показаться. На утренней тренировке фигуристка смотрелась значительно лучше. Ее вальди очень хорошо звучит на льду, и сама спортсменка может катать более эмоционально, широко и раскрепощенно. Просто на старте этого показать не удалось. Также фигуристка признается, что у нее до сих пор есть проблемы с выносливостью, которой не хватает для чистых прокатов. Вернувшись домой, Алена планирует сразу же встать на беговую дорожку. И Терри Георгиевна Тутберидзе четко сказала – 40 минут не меньше. Косторная числится в списках на турнире в Будапеште, который пройдет уже на этой неделе. Правда, ее официальный фан-аккаунт в Инстаграм отвечал, что Алена там не выступит. Возможно, после этого турнира тренеры все-таки отправят фигуристку в Будапешт накатывать программу перед зрителями. Если нет, у Алены будет достаточно времени, чтобы подготовиться к канадскому этапу Гран-при. Прогресс с контрольных прокатов у фигуристки есть, но впереди еще очень много работы, если она планирует бороться за путевку на Олимпиаду.